112. Женские шаблоны. Ну, а что вы ржете, лошади? Да-да, это я вам, дамочки. Вы думаете, что уж вы-то живете правильно? Увы и нет. Вам тоже вложили ложные шаблоны. Вы не должны становиться личностью в обществе и добиваться успеха в делах. Это мужская роль. А вы верите каким-то сказкам, будто вы тоже так можете. Конечно, можете. Лягушка, например, тоже очень хорошо проводит электричество. Но никто не делает провода из лягушек. А зачем вы стараетесь быть проводами или лягушками? Вы не можете быть принцессами? Вам не разрешают? Вас не ценят? Не замечают? Даже с вашими сиськами? Какой ужас! И поэтому вы принимаете мужские шаблоны. Хотя у вас есть и свои, женские. Любить там, я не знаю, заботиться, красоваться, танцевать, петь. У женщины просто не может быть никаких моральных угрызений совести или чего-то там еще. Или же философских разочарований. Ну, всего того, что как бы от головы. Ведь у нее все от гормонов. Каждой женщине нужен такой гаджет, который ежесекундно определяет состояние ее менструального цикла. Ну и все остальные перепады гормонального состояния. И когда ей в голову вдруг приходит мысль о том, что как бы жаль, что она это сказала, или же наоборот, а ведь нужно его убить, то просто она бы глянула на этот свой гаджет и узнала, что у нее ПМС, и реально хочется всех вокруг убить. Ну, а если вдруг захотелось страхнуть соседа и курьера, и диктора в телевизоре, то опять же, глянула в приборчик, ага, овуляция, ну ладненько. И пошла спокойно трахать мужу мозг, к примеру. А то они постоянно начинают копаться в психологических причинах своих поступков и настроения. А это лишнее. Это как пытаться требовать от собаки, чтобы она считала свои шаги. Она, конечно, может пройти одинаковое количество шагов несколько раз. Но это не потому, что она их посчитала. Совсем не поэтому. Так и женщина. Просто гормоны шалят. А через секунду она вспомнила, что нужно заказать новый фен